Привет. Привет. Неожиданность? Немного, да. А ты что тут делаешь? Решил с тобой немножко прогуляться, увидеться. Как у тебя школа прошла? Все хорошо, спасибо. У тебя как? Тоже неплохо. Это хорошо. О боже, а что это у тебя? Это книга. Ну, это я вижу. Ты знаешь, что это за... Типа секта? Угу. Нет, на самом деле она очень интересная. Смотри, а то в скором времени будешь при всех подушку бить. Ладно, ладно. Я бы хотела открыть какой-то отель или что-то связанное с бизнесом. Ну, это правда классно. Угу. Я бы сходила на море. Не хочешь со мной? На море? Я бы с удовольствием, но я хотел бы домой пойти выспаться. Ничего страшного, тогда если что, я сама пойду. Иди, конечно. Хорошо. Только береги себя. Хорошо, не переживай, ты тоже береги себя. Пока. До встречи.
Становится в доме темней и темней. Вот время кошмаров и жутких теней. К нам призрак прокрался среди темноты. Но кто этот призрак? Что-то должно было произойти. Ну, дома, когда я читала это заклинание, я ощутила энергетику такую странную, честно говоря. Мне кажется, это не работает. Да, я же говорю, что магия какая-то фигня для детей. Ну, ничего мы, по сути, не сделали. Ни плохо, ни хорошо. Стойте, подождите меня!